Флешмоб в честь годовщины присоединения Крыма прошел в городском округе. В патриотической акции приняли участие жители Химок, члены местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия», волонтеры и депутаты Совета депутатов. Рада за тех людей, которые стали частью нашей большой страны, поэтому мы присоединяемся к флешмобу именно за Крым, за наших. В начале флешмоба было показано воссоединение Крыма с Россией, а затем участники выстроились в форме слова «За». В настоящий момент мы видим, что происходит вокруг нас, сколько дезинформации, особенно на молодое поколение. Поэтому такие акции – это прежде всего патриотическое воспитание. Наша история такая, какая она есть, а не которую ее пытаются дописать для нас. Как отметили участники флешмоба, эта акция должна показать, что жители России не боятся трудностей, что взрослые люди и молодое поколение едины в поддержке нашей страны.